Поля, редкие деревья, допетляющая лента проселочной дороги. Этому пасторальному пейзажу в заволжском пригороде Ульяновска осталось существовать недолго. Совсем скоро здесь вырастет новый район частной жилой застройки. Пока квартал, обозначенный литерой Г, существует лишь на планах и схемах. Но совсем скоро он появится в реальности. Город растет, развивается, и горожанам нужны дома. С будущими жителями пригорода встретился губернатор Сергей Морозов. Глава области обсудил подведение коммуникаций к новому кварталу. Сейчас этот вопрос стоит наиболее остро, ведь от него напрямую зависит, как скоро начнется строительство. Остальные коммуникации будут проложены раньше. Инженерную инфраструктуру, канализацию, электрические сети обещают подвести уже в первой половине следующего года. Еще один важный вопрос, который волнует жителей – это та самая грунтовая дорога. Для идиллической картины она весьма хороша, чего не скажешь про нужды строительства и проезда по ней. К тому же скоро начнется сезон дождей. Как сообщил глава администрации Ульяновска Алексей Гаев, дорогу засыпет асфальтовой крошкой и щебнем в ближайшее время. Это временная мера, которая будет действовать до тех пор, пока не появится постоянное асфальтовое покрытие. Егор Титов, Даниил Сурков, новости дня, Ульяновская правда.